и COVID Forte инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения KRKA, D, Словения, код ATX, A11B и активное вещество, лекарственная форма, Picovit Forte, форма выпуска, упаковка и состав препарата Picovit Forte. Таблетки, покрытые оболочкой от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета, круглые, двояко-выпуклые, допускаются вкрапления. 1 таб, ретинолопальмитат концентрат звездочка, вид. А 2, 94 мг альфа-токоферола ацетат 50% гранулят звездочка звездочка, вид. Е 30 мг каликальциферол концентрат звездочка звездочка звездочка, вид. Д 3, 400 микрограмм аскорбиновая кислота, вид. С 60 мг тиамина мононитрат, вид. В 1, 1, 5 мг рибофлавин, вид. В 2, 1, 7 мг кальция пантотенат, вид. В5 – 10 мг пиридоксина гидрохлорид, вид. В6 – 2 мг фолиевая кислота, вид. ВЦ – 400 мкг цианокобаламин 0,1% в манитоле, вид. В12 – 6 мг никотинамид, вид. ИП – 20 мг вспомогательные вещества, манитол, аспартам, ароматизатор мандарин, полисорбат 80, глицерол, масло касторовое. Малтитол, в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора, магния стеарат, воск эмульсионный, Капол Фарма 600. Поведон, кремния диоксид коллоидный безводный, титанодиоксид, Е171, бета-каротин, Е160А. 10 штат блистеры, 3 пачки картонные. Звездочка ретинола пальмитат концентрат, масляная форма, синтетический, 1,7 мюмиг, содержит, ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол. Звездочка звездочка альфа-токоферол ацетат 50% гранулят содержит 50% диал альфа-токоферол в желатино-углеводной матрице. Звездочка 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 каликальциферол концентрат, масляная форма, 1 мюмиг, содержит каликальциферол, диал-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные жирных кислот. Клинико фармакологическая группа, поливитамины фармакотерапевтическая группа, поливитамин фармакологическое действие поливитаминное средство. Витамины группы в 1, в 2, в 6, в 12, пантотеновая кислота и никотинамид участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота, витамин ВС, необходима для нормального синтеза, регенерации и функционирования клеток крови. Ретинол, витамин А, необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Каликальциферол, витамин D, регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Аскорбиновая кислота, витамин С, способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Токоферол, витамин Е, является физиологическим антиоксидантом, защищающим мембраны клеток и поддерживающим функцию клеток. Показания к применению рекомендуется к применению у детей в возрасте 7 лет и старше при повышенной потребности организма в витаминах, снижение концентрации. Внимание на фоне повышенного утомления у детей школьного возраста, повышенные физические нагрузки, ФТ. Часть при занятиях спортом, повышенная потребность в витаминах на фоне сниженного аппетита, в составе комплексной терапии заболеваний при назначение антибиотиков, повышенная потребность в витаминах при сниженном сезонном потреблении овощей и фруктов. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Детям в возрасте 7 лет и старше назначают по одной разовой дозе один раз в сутки после еды. Противопоказания к применению. Гипервитаминоз А, гипервитаминоз Д, детский возраст до 7 лет, повышенная чувствительность к компонентам. Применение у детей противопоказано применение у детей в возрасте младше 7 лет. Особое указание. При необходимости одновременного применения других поливитаминных препаратов следует проконсультироваться у врача. Лекарственное взаимодействие. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов, ФТ. Часть появления кристаллов в моче. Пиридоксин, витамин В6, уменьшает противопаркинсоническое действие леводопы, а также эффекты стероидных гормонов.
Изониазид увеличивает выведение пиридоксина с мочой. Циклосерин, гидролазин и пенициллами являются антагонистами витаминов 6.